Извини. Алло. О, мэр. Я сейчас занят. Твои дела важнее нас? Твои дела важнее семьи? Это какое-то проклятие. Что делать? Эти голоса у меня в голове. Они никак не смолкают. Селим привел двух человек, чтобы ты взглянул на них. Ты стареешь, Али. Смотри, они устроили тебе засаду. Успокойся, Али. Все под контролем. Тебя прокляли, Али. Омер найдет тебя. Одна пуля и все. Всего одна пуля. Ты избавишься от мук, и я избавлюсь. Нет, пока не время. Еще не время. Проходи, брат Али. Куда ты? Садись. Мама. Молчи. Садись. Мама, что случилось? А он что здесь потерял? Он пришел ко мне. Зачем? Он увидел вот это и решил, что я расстроюсь. Он переживал и поэтому пришел. Только ему осталось переживать за тебя, да? Нет. Мои сыновья должны переживать за меня. Один из них убийца, другой меня не слушает. Мама! Только незнакомцы могут пожалеть меня. Иди и принеси письмо. Какое письмо? Здесь написано. Письмо, которое написал тебе Омер. Иди и принеси. Я не ребенок, мама. Не принесу. А ты вообще делай, что говорит мама. Тебя что-то беспокоит? Нет. Сестра, ты чем-то расстроена, это же видно. Расскажи мне, что случилось? Просто устала. Серьезно, все нормально, Бахар. Не переживай за меня. Предлагаешь мне выйти поиграть на улице? Хватит обращаться со мной, как с маленькой. Я не ребенок, и мне уже лучше. Не бойся, рассказывай. Мне нечего тебе рассказать. Ты опять за свое. Знаешь, что ты делаешь? Ты думаешь, что я не пойму. Что у меня нет права знать правду. Ты хочешь, чтобы я продолжала жить в неведении? Это не так. Ты говоришь. Ты говоришь мне не уходи из этого убежища. Ты не разрешаешь мне играть в свою игру и строить счастье. В какую игру? Ты играешь в игру? Ты несчастлива? Ты хоть имеешь представление, что сделала я ради того, чтобы у тебя было убежище? Нет, потому что я ни о чем не знаю. Что ты сделала? Что ты натворила? Почему ты чувствуешь себя несчастной? На что ты пошла ради меня? Что произошло вчера, сегодня? Что происходит? Что мучает тебя? Ты хочешь сказать не об этом? Хочешь сказать, ты страдаешь сама и заставляешь страдать нас? В чем причина твоих страданий? Расскажи мне, сестра. Расскажи. Я боялся расстроить тебя.
Пожалуйста, не вини никого. Злись на меня. Обвиняй меня. Я бросил тебя. Бросил до того, как оказался в тюрьме. Это сделал я, Мерт. Это правда. Я совершил это ограбление. Я убил человека. Я виновен. Я виновен. Я не мог сказать тебе об этом раньше. Мне не хватало мужества. Прошу тебя, вспоминай меня таким, каким ты видел меня до ограбления. Я сделал такое, что уже не знаю, кто я. У меня к тебе последняя просьба. Умоляю тебя, забудь обо мне. Не вспоминай меня таким, каким я стал после ограбления, потому что дальше все было ложью. Меня больше нет, братишка. Забудь меня. Все? Все. Хорошо. Теперь сожги это письмо. Сожги, я сказала. Я сказала, сожги. Он твой брат. Что бы он ни сделал, убил человека, превратил мир в пепел, ты обязан быть рядом с ним. Смотри на меня! Я так воспитывала тебя! Я этому тебя учила! Как тебе не стыдно? Он твой брат! Мама, брат? Вы братья! Смерть не разлучит вас! Вина не разлучит вас! Вы одно целое! Как вам обоим не стыдно? И тому, кто написал это, и тому, кто поверил в это. Это не Омер заставил тебя стыдиться, а ты заставил меня стыдиться. Как тебе не стыдно? Мама! Иди к себе. Мне не нужна твоя помощь. Иди к себе. Омер, ты заставил меня стыдиться, Омер. Мама, нас услышат. Пусть слышат. 12 лет. Мы жили без тебя 12 лет. Нам сказали, что тебя убили. Мы оплакивали тебя. Каждый день, каждый божий день Мерт повторял: брат, мой брат, мой брат. Я пытался защитить вас. Не надо было. Мне не нужна такая защита. Мама, ты не понимаешь. Что не понимаю? Что ты забрал у брата единственную надежду? Что ты солгал и заставил нас стыдиться? Что не приходишь ко мне, чтобы обнять меня? Ну и не надо. Я не хотел, чтобы с Мертом что-нибудь случилось. Но случилось. Он гордился тобой. А ты что сделал? Ничего такого не было бы, но ты солгал. Зачем такая месть? Не говори так, мама, ты не знаешь, что они сделали со мной. Не только с тобой, со всеми нами. Но они не сломили нас. Мой сын должен был вернуться в свое гнездо. Мой сын заслуживает быть дома. Но не ты. Не ты, Омер. Омер заслуживает.
То, что делаешь ты, никогда бы не сделал мой Омер. Ты был прав. Они изменили тебя. Они испортили тебя. Мама, только ты... Кого ты называешь мамой? Я тебе не мама. Эзель, тебя зовут. Ты не нравишься мне. Уходи, пусть мой сын придет. Передай ему, что я хочу видеть своего сына. Я хочу, чтобы ко мне пришел Омер. Я хочу, чтобы ко мне вернулся мой сын. Мама, мама! Уходи. 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 Омер знает, когда вернется. Он единственный и поступает по совести. Он всем и тебе в том числе покажет, что он невиновен. Уходи. И не приходи, если не будешь с моим сыном. Не приходи в этот дом. Ты понял меня? Не приходи в этот дом.